Помощь, которую оказывают мобилизованным жителям всей республики, невозможно оценить только количественными показателями. Поддержка, любовь, вера объединяют всех неравнодушных. Хотя бойцы из республики обеспечены всем самым необходимым, люди хотят оказать им дополнительную поддержку. Сегодня из Чувашии отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам на территорию специальной военной операции. В «Газель» погрузили высокотехнологичное оборудование, инструменты, дополнительную экипировку, продукты питания. Благотворительный фонд «Перле» объединил всех жителей Чувашии в желании помочь мобилизованным. Неравнодушные люди со всей республики перечисляли и перечисляют средства на специальный счет. Кто сколько может для того, чтобы помочь бойцам. Руководство фонда по мере поступления денег закупает все самое необходимое для военнослужащих. Прежде всего хочу поблагодарить всех жителей Чувашии, организации, предприятий, учреждения, которые собрали на сегодняшний день более 37 миллионов на спецсчет «Своих не бросаем» Фонда развития Чувашии «Перле». Деньги, которые собрали жители Чувашии, было принято решение руководством республики, что они должны использоваться максимально эффективно. Поэтому фонд в настоящий момент закупил высокотехнологичное оборудование, рации, обмундирование для мобилизованных солдат, находящихся как на территории СВО, так и проходящих сейчас учебу в пунктах слаживания. Поэтому мы максимально стараемся удовлетворить заявки, которые поступают в фонд, откликаемся, но делаем это не в частном порядке, а делаем сразу на большую группу наших бойцов. Все муниципалитеты подключились к помощи мобилизованным. Мы связались с частью, воинской частью, спросили, что им надо. Значит, и понимаете, очень приятно, муниципалитеты активно подключились, и активисты, организации воины, скажем, боевых действий, которые ветераны боевых действий. Человек, который занимается, скажем, изготавливал раньше для продажи печки-буржуйки, он собрал самое 10 печек-буржуек и принес бесплатно все. И много таких случаев. И таких историй десятки, сотни. И это только в Чувашии. А сколько их по всей стране? Это не только фонд «Перле», это совет муниципальных образований, то есть это отдельно взятые муниципалитеты. Это благотворительное волонтерское движение «Зов Победы». Это председатель общественной организации «Женщины бизнеса Чувашии» Марина Аниченкова. В этом добром волонтерском движении мы объединили всю республику. И мы понимаем, что нет ни одного равнодушного человека. Каждый старается помочь по мере своих сил и возможностей нашим бойцам. И снова учреждения здравоохранения республики не остались в стороне. Они передали необходимые лекарства для наших бойцов. Мы поддерживаем своих ребят, ждем их с победой. Мы с вами сила. Победа будет за нами.